Открытый 15-й дальневосточный межмуниципальный дартс-фестиваль городского округа Зато-Фокино «Тинкан-2022» пройдет на базе отдыха «Песочница». Трехдневные соревнования стартуют в пятницу, 12 августа, и соберут сильнейших представителей этого вида спорта со всего региона. 12, 13 и 14 августа на базе отдыха «Песочница» в крытом корте состоится традиционный 15-й дальневосточный дартс-фестиваль. Этот турнир проводится с целью повышения спортивного мастерства, определения сильнейших спортсменов, популяризации и развития дартс в городском округе, пропаганды здорового образа жизни. 12 числа в 11 часов мы начинаем первое у нас упражнение троебурье дартс. Там, три разных упражнения. А потом... Что очень нравится участникам, это случайные пары, тоже дартс-турнир, игра 501. Это в первый день. Во второй день соревнования начинаются в 10 утра. Это будет личный турнир у мужчин и у женщин, раздельно, разумеется. Игра классическая, это 501. Самая престижная и самая сложная в дартсе. И в третий день тоже соревнования в 10 утра, там будет соревнование микст. Это смешанные команды, в которых играют два мужчины и одна женщина. Организатором соревнований выступают Управление спорта и физической культуры администрации городского округа Зато-Фокино. Заявки на участие в дартс-фестивале отправили спортсмены из Благовещенска, Хабаровска, из разных муниципальных образований Приморья. Хабаровск просто представлен более широко, у них дартс посильнее развивается, чем у нас в Приморье. И у них мощное представительство, их район, региональные их хабаровские организации. Кроме Хабаровска, это Амурск, Солнечный, Эльбан, такой у них есть поселок. Наш городской округ, мы представляем там, женщины. Это у нас Дорогобузова, она работает тренером в ДЮША. Ее ученики, там возможность попробовать. И... 5 или 6 мужчин будет. Хорошие ребята есть. Если говорить из Приморья, это Уссурийск, Арсеньев, Находка, Большой Камень, и Шкотовский район. Количество заявленных участников турнира «Тинкан-2022» – 38 мужчин, 16 женщин. Награждение победителей будет проходить по итогам прошедшего соревновательного дня. Уровень очень высок, то есть приезжают ребята, которые там мастера спорта России. Я уже не говорю там о кандидатах мастера спорта и перворазрядника. Дартс – специфичный вид спорта, потому что очень многих отпугивает, я бы сказал, тех, кто приходит в дартс, отпугивает, что очень трудно выйти на стабильный результат спортивный. То есть сегодня ты, допустим, бросаешь в мишень и показываешь довольно приличный результат. А завтра, вроде бы казалось, на ровном месте все куда-то девается, как будто ты ничего не делал вчера. Точно это же мелкая моторика, концентрация очень высокая, и влияет психологическое и физическое состояние очень важно. Дартс не просто развлечение для детей, а вполне самостоятельный вид спорта. Появившись в Англии как национальная игра, сейчас он распространен во всем мире. Отметим, что Федерация дартс города Фокино провела уже 27 чемпионатов городского округа с периодичностью примерно один турнир в год. Юлия Цыганова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.